Ну, вы знаете, в чем дело? Это зависит, естественно, от региона. Картина абсолютно разная в разных регионах. Я не знаю, где именно 8 сентября будут выборы, но понятно, что на Северном Кавказе 115% голосов получает «Единая Россия». С другой стороны, на Дальнем Востоке и на Урале традиционно сильны коммунисты. Что касается оппозиции, оппозиции в нашей стране нет. Есть клоуны, которые оппозицию изображают. Я имею в виду системную оппозицию, то есть КПРФ, ЛДПР. Единственная их претензия к власти, что власть с ними чем-то не доделилась. Вот и все. Внесистемной оппозиции у нас тоже нет. В выборах они не участвуют, не зарегистрированы. Но если бы участвовали, получили бы свои 1-2% голосов.